Приветствую вас, дорогие зрители. Продолжаем наше прохождение игры Medieval 2 Total War за королевство Англия. Так, ну, в общем, освободили мы в прошлой серии Йорк от шотландцев. Так. Налоги давайте до очень высоких увеличим. Вот наш сюда. Так, на Тенгейме у нас так переобучение. Пускай переобучается у нас. Так, нам кого-нибудь может сюда перебросить тоже. Кстати, нам тут надо замка расширить, улучшить. 5400. Построим дороги, наверное. Ну все, у нас построить уже никакие больше невозможно. Где наш дипломат? А, у нас в Африке северный ходит. Так. Продвигаем нашего дипломата. Асфальт. Асват Филали. Так. В общем, пускайтесь, пока будем защищаться от шотландцев мы. Наши войска. Так. Нам Дублин надо захватить за 11 ходов. У нас войск пока нету. Ух ты, сколько-то купеса тихонько развивается. Ладно, все, нажимаем конец хода. Что, шотландцы, что вы теперь думаете? Командир Кеннедик. Хотя, конечно, уничтожить сейчас шотландцев. Ну ладно, это мы как-нибудь потом наберем против них хорошую армию и уничтожим их. Сейчас мы, может быть, флот перевести на эту, к нашему западному побережью, чтобы нам высадиться на Дублин, высаживаться. Ну, блин, ну там на Дублин большая армия нужна. Кто-то умер. А кто это был? Чьи предсмертные крики мы слышали? Так, турки взяли Багдад. Теперь это их земли. Продолжается крестовый поход, в котором мы, правда, не участвуем. В принципе, не знаю, просто свои силы разрывать туда, на восток. У меня здесь и так большие проблемы, как я могу. Еще упадка, конечно же, пофиг римскому. Захват отменен. Где лазутчик обнаружили? В Йорке. Так, давайте часть 8 на Кернагло. Плюс давайте строим здесь мастерскую баллист. Наверное, нет больше некого. Какой-нибудь крестьян. Итак, здесь у нас что? Кого-то мы здесь приобучим, кого-то не сможем. Ладно, пускай у нас Руфус пока сидит. Йорки. Нам еще, конечно, купца бы нанять. Нам можно и купца же нанять. Как прикажешь? До скорой встречи в бою. До скорой, вот. Как прикажешь? Ветер стихнет. Подождем путь. У нас очень много кораблей, конечно. Все у нас финансами съедают. Попробуем развивать нашего агента Ричарда. А, понятно, поймали его и убили. Нет у нас теперь больше лазутчика. Ладно. Гибель лазутчика.
Так, надо дипломата нашему, чтобы продвинуть. Продолжает он свой путь по Африке. Завершаем с ним ход. Кандидат на усыновление. Так, ух ты, как они вернуть-то. Смерть правителя, король мертв. Он оставил свой народ ради завтра небесное чистилище, если земной жизнь за ним числить грехи. Вас вернули вон от церкви. Ну правильно, как он умер. Истинно благие вести, папа римский призвал миссар, чтобы вестить вас о своем желании уладить разногласия. Это не только успокоит наиболее религиозных подданных, но и затруднит враждебное действие в отношении вашей страны или для любого из правителей католиков. Я на это надеюсь. Дания начала с Египта, Священной Римской империи, заключил союз с Папой Римским. Так, вот она и переобучения у нас различные идут. Легкий дозорный пост построился. Сводка новостей. Матильда у нас умерла, и король Руфус. Новый правитель теперь у нас король Руфус. Дания присоединилась к крестовому походу. Так, что мы можем построить и где? Здесь немножко нам не хватает, ладно, тогда вот на этом ходу мы ничего не будем строить, подкопим немножечко денег мы. Так, сюда нам нужно привезти. Давайте Руфус, что ли, приведем туда. Править. Надо, конечно, нанять. Так. 8 отрядов в общей сложности, да? Мы если только по всем замкам пройдемся на скребем, может быть, столько отрядов. Да, у нас 9 ходов. Я думаю, мы не успеем все-таки Дублин взять. У нас тут проблем полно пока. Куда мы пришли? Окрестности Туниса. Чем могу служить? Так. Казнагвон. Так, а мы... Может, купца нам нанять еще одного? Нет, мы не можем это сделать. Так, ну хорошо, завершим очередной ход. Опять у нас новый вид. Так, ветер работает на людей. По Западной Европе ходят слухи о том, что некий умельцы создали чудесную мельницу, для работы которой не нужно реки. Судя по всему, найден способ заставить ветра вращать массивные жернова мельницы. Для этого нужны своеобразные деревянные паруса, мельничные крылья. Конечно, ветряная мельница перестает работать, как только стихает ветер. Но для тех, кто живет далеки от рек, это изобретение истинный дар Божий. Согласен. Дэвид Диспенсер, это кто у нас? Минус один ответственности, это плохо, конечно. В Британии отношения очень плохие. Каким образом мы с вами даже не соприкасаемся? Сицилия. В Британии Сицилия объявили войну. Может быть, мы... Так, у нас союз Священной Римской империи с Португалией. Война с Шотландией и с Данией. Так, Священной Римской империи с Венецией. Сицилия воюет с Мавританией. Так. Ну а Египет воюет со всеми, кто присоединился к крестовому походу.
Все, нашел в Лондоне. Сражайтесь или убирайтесь. Что прикажете? Нахуй, датчане на шпор блокируете, да? Поднять руса. Ветер стихнет. Подождем тут. Хотите отдать мне приказ? Давайте нам перебросим сейчас на сюда наш флот, что-то они мне не нравятся. Так, здесь увеличим гарнизон в Лондоне на всякий случай. Давайте сюда переведем, в Ноттингем. Дэвиди Спенсер. Ну что, сразимся? Так, шотландский здесь агент к нам везут, похоже. В Йорке. В Йорке что у нас? Ага, можно перебучить. Отряд городского ополчения. Так, а с кем Сицилия-то воюет у нас? Британии. Ну, в принципе, Сицилии нам пока союз, так сказать, не нужен. Опоздание. Не успели мы взять Дублин. А что же, 9 ходов прошло? Ничего себе. Как-то, мне кажется, быстро. Или кто-то взял его уже, Дублин. Скорее всего, взял кто-то, потому что ходов у нас прошло не так много. Возможно, Шотландия. В принципе, нам больше некому так это сказать. У нас мятежная армия собралась. Так, меня здесь смущает тут датский флот. Полная победа. Блокада установлена. Отношения ухудшились в Папской области, враждебные опять. Да, они очень плохие. Так, где у нас сейчас лобовые гарнизоны? Продолжим строить постройки, так. Бордель, скажем, мастерская. Пускай хлебный рынок будет. Так вот сделаем. У нас сейчас финансы могут быстро закончиться. Я так думаю. Так, Сицилия, где ты? Где вот здесь город? По-моему, мне кажется, здесь где-то вот здесь. Ну да, я угадал. Он здесь Британия их осаждает. Не сможем мы пока с ними договориться. Ну, значит, завершим ход. Вас могут отлучить от церкви. Пора показать врагам, на что мы способны, перекрыв этот порт на два хода, мы не только освоим врага, но и значительно пополним казну Ивернес. Ну вы даете.
Польши. С Францией союз, с Мавританией, с Венецией приняли, Сицилию, Мавританию заключили. Да, жалко, у нас агенты, чтобы посмотреть, сколько они там. Может быть, нам взять этот замок? Там три отряда. Скажем, собрать отрядов 6. Что прикажете? Сражайтесь или убирайтесь? Хотите отдать мне приказ? Ха. Как прикажете? Ну что, сразимся? Так. Баллиста 150 или же нет, 125. Давай баллиста и 1000 сделаем. Привлечение. Привлечение пока не могу. Лондон. Лондон, Лондон, Лондон. Церковь построим. Я так думаю, лучше нам взять на мой верность сразу, да? Отрядов 8-6 выделить и попытаться взять замок. А то сейчас мы этот порт будем бесконечно перекрывать. Собрать со всех городов понемножечку, если, конечно, получится. Так, о, пока с Тунисом можем договориться. Торговый договор, средняя карта. Да не буду я вам деньги платить, каждый флорин на счету. Какие все мелочные, все деньги, деньги, деньги. Ребята, зло в деньгах. Зло, деньги зло. От них нужно избавляться. Так, меня вот здесь больше беспокоит датчанин. Он ведь может при желании к нам высадиться. Вполне, я думаю. Так, мне бы туда кого-нибудь засадить тоже. Было бы неплохо. Да. Священник, что ли, может быть? Нашего кардинала. Разведать, что там за дела, кто там город взял. Ух ты, испанец высадился к нам. Португалии засадили в какой-то корабль, да, своих солдат. Ага, ага, ага. Сюда. Да мне плевать, он ко мне может высадиться. Пусть отлучают. А то потом высадится это. Куда он, интересно? Отступил. Сражайтесь или убирайтесь. Ну что, сражимся? Сражайтесь или убирайтесь. Поднять паруса. Вот он, да? Ну что, сражимся? Вас отлучили от церкви. Ну, понятно. Милан, значит, Милан с Францией, Византийская империя чисто с Миланом. Венецию опять приняли вон у церкви. Так, испанец, конечно, мне здесь. Их как не нужен. Кто у него там? Послание. Так, нам нужно срочно кого-то туда направить. А кого?
сделаем, наверное, так вот. Сегодня путь огонь, да, не лорд. Вот так вот. Мой король. Выступает медленно. Мы создадим огромную и грозную. Успеем, не успеем дойти, неизвестно. Нет, я вообще не понимаю, как, ну, в плане, что там, территории, что ли, мало для развития, вот обязательно надо плыть сюда, в Англию, это вообще, я не знаю. Это обязательно надо плыть, вот сколько раз вот играешь, в любом уровне сложности, либо Португалия, либо Испания, постоянно к нам так приплывают в Англию. Так, ну что ж, давайте еще один ходик сделаем, что ли. Надо было там оставить флот. Союз Шотландии, Мавритания с Папской областью. Это вообще уже дикость. Мавритания с Папской областью, Союз. Венеция начала с Египтом. В Лондоне построилась у нас церковь. Король Руфа, благородный правитель. Так, Венеция к Стоун, похоже, присоединилась. Так, что у нас здесь получилось? А, не похоже с мятежниками. Схлестнулись, да? Испанцы. Так, ну что, топим? Вот так вот, датчане, вся твоя армия пошла ко дну. Так, теперь нам главное дойти до пункта порта, чтобы нам переключиться. Сделаем к Лондону черного купца. Так, ладно, сейчас попробуем мы отбиться сначала от испанца. Это уже будет следующая серия, скорее всего. Потом мы, наверное, бросим войска, чтобы взять нам Зернес замок. Так, здесь будем, наверное, защищать пока флотом, внимательно следить, чтобы к нам никто не высадился, пока мы будем в Эвернессе. Плюс у нас Ноттингем может быть под ударом. Легко, в принципе, север защищает Ноттингем. Но кто знает, шотландцы могут сразу на Ноттингем пойти. Либо датчане. Меня вот датчане смущают. Нифига не столько флота. Они раз уже грузились, пытались высадиться, они начнут еще раз попытаться это сделать. Так что здесь нам нужно быть бдительными, я думаю. Очень внимательно следить. Сейчас нам прибучить надо, переводчик, флот наш будет. Ну ладно, на этом мы закончим нашу серию. До новых встреч.